Я нахожусь в Казанском Кремле, и я подошел вот к такому воину. Александр, в чем смысл жизни? Вот так неожиданно воин заговорил со мной человеческим голосом. Что же я могу ему ответить, что же такое смысл жизни? А вообще, есть ли такой вопрос о смысле жизни? Когда-то в более раннем возрасте, в школе, в университете, я реально задавался таким вопросом и каждый раз находил на этот вопрос свой ответ, что же такое смысл жизни. А в настоящий момент исчез сам вопрос. Поэтому, когда нет вопроса, нет и ответа. Искать смысл в том, в чем нет смысла, бесполезное занятие. Жизнь продолжается, и смысл жизни, наверное, в самой жизни. А не просто даже в самой жизни, как в ее линейном существовании от точки А к точке Б, а именно в проживании каждого момента, каждой секунды, каждого проживания каждого звука, проживания каждой картинки, которую ты видишь, проживания каждого ощущения в самом себе. И вот когда так ты начинаешь жить, тогда вопрос, в чем смысл жизни, отпадает сам собой.